Почти 700 тысяч продуктовых наборов получили жители Донецкой области. Люди ежедневно приходят в пункты выдачи и получают помощь Рината Ахметова. Только в Ленинском районе Донецка волонтеры раздали 65 тысяч пакетов с продуктами. Благодаря тому, что гуманитарный рейс постоянно приезжает в города зоны АТО, сотни тысяч мирных жителей спасаются от голода. У меня отцу 84 года сейчас. Он, к сожалению, не может сам приходить. Весь набор продуктов, в принципе, и подсолнечное масло, и пиво, важно. Все есть.